спонсор сегодняшнего выпуска – канадская фирма спортивного питания ANS. Используйте ее, и будет вам сила, масса и рельеф. Привет, друзья! Сегодня я хочу попросить вас о помощи нашему с вами каналу. Не нужно перечислять никаких денег, но мы с вами можем улучшить наши видеоуроки, сделать их более интересными, более качественными, более насыщенными. Как это сделать? У меня есть Instagram HM Gym от аббревиатуры Heavy Metal Gym. Ссылочку дам внизу под видео. Так вот, зайдите на него, подпишитесь и ставьте лайки. Когда я наберу определенное количество подписчиков, меня возьмут в команду Рича Пиана 5% Nutrition. Не нужно объяснять, что это даст мне и вам. У нас появятся новые возможности снимать новые видео в более интересной команде с интересными спортсменами, как профессионалами, так и любителями. Не забывайте писать ваши комментарии под видео. Я на все отвечаю, задавать вопросы. Самые часто задаваемые вопросы в итоге в будущем ложатся на наши видеоуроки, и вы сможете посмотреть их на нашем канале. Поэтому будьте активны, все вопросы не остаются без внимания. Самые интересные и часто задаваемые преображаются в видеоролики, в видеоуроки. Всем пока! Привет, друзья! Очень часто в последнее время мне приходит вопрос от парней и от девушек по поводу варикоза. Как быть, как лечить, как тренироваться, от каких упражнений стоит отказаться. Так вот, ребята, ни от каких упражнений отказываться не нужно. Нужно соблюдать ряд определенных правил и положений. И тогда вам будет гораздо легче тренироваться. Но запомните, в любом случае консультируйтесь с врачом. Варикоз – это генетическая предрасположенность. К сожалению, она не лечится. Но грамотными тренировками вы сможете продолжать тренироваться, не нанося себе вред, не усугубляя положение. Что для этого нужно? В первую очередь, любую тренировку вы должны заканчивать жимом ногами, но не горизонтальным, а вертикальным, когда вы жмете платформу вверх, без веса на 30-50 повторений. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы кровь отошла, особенно после того, когда вы выполняете становые тяги или приседания. И приседания, и становые тяги вы должны выполнять. Но никогда не работайте до отказа. Никогда не задерживайте дыхание. Никогда не натуживайтесь. Применяя все эти простые правила, вы сможете грамотно тренироваться, сохраняя ваше здоровье. В конце тренировки обязательно, без разговоров, полежать 5 минут вверх ногами. 15 минут ежедневно. Ежевечерние, точнее, перед сном вы должны лежать вверх ногами. Гулять вечером 20-30 минут и выполнять растяжку на все тело. Выполняйте все эти простые правила, и вы сможете тренироваться, вы сможете прогрессировать, и не слушайте врачей, которые запрещают вам тренироваться. Всем пока, увидимся в тренажерном зале. Следи за техникой, и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!